Дорогие друзья, всем доброе утро. Сегодня едем к маме. Сейчас завтрак готовлю. В общем, кофе, как всегда, и сырники. Муж еще на озере, пошел на озеро. Не знаю, как он вообще туда дошел. Сегодня заносы посмотрела по интернету. Погоду, в общем, вся неделя следующая будет в снегу. В общем, вот эти вот 3 дня сильный снег, и потом написано, что небольшой снег, ну, показано там, ну, не знаю, как это все. И решили сегодня мы ехать на электричке, потому что на дорогах такие заносы, под снегом лед. И, в общем-то, не знаю, как за городом, но такая трасса опасная. Говорю, давай-ка поедем с тобой на электричке, не будем вот это все тут рисковать. Вчера, пока ехали на озеро, нас тут машину, в общем-то, крутило. И даже на небольшой скорости. Поэтому вот так, говорю, поедем на электричке, ничего страшного. Ну, он вроде бы так согласился, действительно. Дороги не чистят, и даже если их очистят, все равно вот какая-то наледь, не очень-то приятная обстановка на дорогах. Так, мы уже идем по платформе. Смотрите, сколько снега. Просто платформа не расчищена. А сюда мы еле дошли. Там только колеи от машин, но как машина проезжает, вообще неизвестно. Я рассказываю, с каким мы усилием сюда доплюхали. Вот муж у меня продирается сквозь это. И вот такие вот, смотрите, вот сугробы. Платформа вообще не расчищена. Ой, и вот там рельсы. Смотрю, ли рельсы хоть есть. Ну, вообще все в снегу. А до платформы мы вообще еле дошли. Там один человек, наверное, прошел. Ноги проваливаются, разъезжаются. Это что-то просто. Ой. Устали, пока дошли до платформы. Вот. Ну, дорога как-то вот центральная, это вроде бы и расчищена. Но лед. Не до асфальта, конечно, а прям лед. За городом-то, может, и получше, конечно. Но все-таки решили мы ехать на электричке. И такой поднялся северный ветер. Вчера ветер такой южный был. А сейчас вот ветер северный. И хотя -2, но нет, завтра будет снова мороз, -10 и свет. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы собираемся. Сейчас сможем пить кофе, хотя это вечер уже. Кофе закипает, и смотрите, какое мороженое мы сегодня купили. Это мороженое с черной смородиной, и внутри вот оказались такие сердечки. Смотрите, какая прелесть. Ну и, наверное, вкусно. Так, и конечно же, кофе закипает. Так, девочки, села пить чай. Доброе утро. Если не знаю, когда это этот кусочек видео, ну, как бы выложу, смонтирую в общее видео. Вот, ну, вчера мы тут ели мороженое такое с сердечками. И вечером хотела выпить чаю, но вот эти вот взяла конфеты, которые мне муж-то подарил. И думаю, господи, как они открываются. Вот, знаете, ни разу не покупали такие вот именно такой пирамидкой. И как они открываются? Уж и так, и сяк. И вот здесь вот была, я говорю, ну где-то, наверное, вот скотчем заклеено. Поэтому никак не открывается. И уже и крутили, и вертели. И видит только, да зуб не имет.
Ну и правда, вот вокруг это, и я, главное, уже всяко тут и ногтем, и ножичком, и всяко вот. Никак не найду, где этот скотч вообще, как его здесь отковырять. Скажу, очень сложно. А то муж как-то тут уже ножом везде вот так вот прошелся и оторвал вот эту полоску. То есть полоска идет вот по этому кругу, вот такой, наверное, ширины, вот так. Ну и ларчик просто открывался. Уже потом эта пирамида легко открылась. Так, ну сейчас же я ее всю разрушу. И решила я ее все-таки разобрать, эту пирамидку. Ну а здесь вот так вот конфеточки. Вот, все они в ячейках. Ну и вчера я уже из чая напилась. Он вот еле-еле открыл эту коробку. Я уже чай пила с медом. Это все было вечером. Ну а сегодня вот утро, время 11 часов. Заварила я себе зеленый чай и решила вот эти вот конфетки попробовать. Ну, конечно, в другой коробке он мне уже дарил такие Ферреро Роше. Это мне нравятся такие конфеты. Ну, стараюсь сейчас вообще сладкое не есть. Ну, как бы и сахар, все не сладкий, и кофе делаю не сладкий, и цикорий там когда. И, ну, в общем, так, в день одну конфеточку съем, или от силы две. Ну, в общем, резко ничего нельзя прекращать. Как-то все равно. А конфеты-то лежат. Посмотрела, срок годности-то до июня. Ну, думаю, надо как-то уже начинать их есть. Вот такие вот красивые, как золотая елочка. Вот. Хорошее оформление, да? Согласитесь, красиво. Вот такие вот конфетки. Сейчас мы их попробуем. Так, сейчас мы их попробуем. Вот такие конфетки, кто не брал. Ну, скорее всего, все уже знают вот этот Ферреро Роше. Сейчас откусим. Сверху такие хрустящие. Внутри вот такой вот шоколад. И там лесной орешек. Конфеточку можно себе позволить. Дорогие друзья, доброе утро. Пришла я с работы. Ну, конечно, устала. Сегодня такая у меня смена не очень-то была хорошая. Ну и что, пришла домой, и снова дела. Вот что я делаю? Ну, я что и делаю? Конечно, готовлю есть, потому что муж придет с работы, надо его чем-то накормить. Но хочу сейчас все сварить по-быстрому и лечь все-таки отдыхать. Здесь у меня варится греча. Ну, а здесь я варю уху. Что-то она у меня перестала кипеть. Ну-ка, мы прибавим газу. Так. Варю уху из трески, просто картофель. В общем, это у меня уха. Может быть, рыбаки меня не поймут, рыбаки варят по-другому уху. Ну, я вот так вот. Картошка, лучок просто репчатый порезан. Кладу рыбу, потом положу лавровый лист. Перчик горошком и укроп. Вот такая вот уха. А, еще манку. Манку я немного, ну, буквально, может быть, третью часть стала. Ну, смотря как по объему, у меня трехлитровая кастрюлька. Вот, где-то так это третью часть, наверное, столовой ложки. Если я обычно на глаз так посыплю, а так для связки и как будто икринки плавают там в супе. Это я уже почти в самом конце кладу. Вот. Ну и здесь вот укропчик порезала.
Конечно, не весь, половинка пойдет в морозилку, в пакетик, ну, на случай, когда вот так вот забудешь купить у меня всегда. Так он, по-моему, закипает. Вот. Ну, а муж меня привез, конечно, сегодня с работы. И вот здесь вот вчера вечером он отжал сок, как всегда. Я прихожу с работы, тут свежевыжатый сок, ну что мне его даже и не хочется. Я яичницу поджарила. Вот, творог с бананом, кофе выпила. Ну, как-то, ну, сейчас не сразу буду, конечно, ложиться спать. Надо еще все доварить. И там бросила стираться его куртку. А, сейчас машинка еще, наверное, минут 30 будет стирать. Вот такие вот у меня дела. Мужчинам, конечно, хорошо. Пришли с работы и легли отдыхать. Но у женщины дома вторая работа. Конечно, какие-то дела можно и отложить, но вот готовку не отложишь. И самой надо что-то поесть, да, и мужа чем-то накормить. Так, девочки, хочу показать то, что осталось от моих заказов Фаберлик. Муж мне вчера привез все на работу на КПП. Я сходила у него, забрала это для девчонок на работу. И, конечно же, я ничего не сняла, как что я там взяла на работе. В общем, не было возможности снять. Хотела там снять, но не было возможности такой. В общем, так вот получилось. Ну и в этом заказе буквально для себя я немного что заказала. Вот. Были большие заказы. Конечно, хотелось мне это все показать. Но вот так вот. Так вот получилось. А для себя я взяла вот такой вот гель для душа. Апельсин и ваниль. По-моему, это все было так по скидке. И я буквально мне и не нужно было ничего, но вот увидела то, что по скидочке, ну, думаю, почему бы и не взять. Вот такой вот гель для душа, апельсин, ваниль, мне нравится, цитрус и ваниль. Ну, вместе я не знаю, как, в общем-то, когда нанесешь на тело, будет ясно, что это за аромат, но так вот приятненький такой ароматик. Заказала я себе вот такой вот крем Архитектор. Также он был со скидкой. Реноваж серия. Это мой любимый крем от Фаберлик. Вот это возрастная серия. И крем Архитектор я взяла ночной. Как ночной больше, быстрее заканчивается. Вот, в данный момент я пока Эйвонским пользуюсь. Сейчас вот для прохладной погоды он более такой подходящий. Ну, а этот оставлю на более теплое время. Ну, или уже весна на дворе у нас. Сегодня у нас 3 число, 3 марта. Скоро праздник у нас. Вот, скоро праздник у девчат, так что весна, весна, и скоро и пригодится этот крем. Как раз тут закончится, а этим буду пользоваться. Вот, ну открою. Вы не обращайте, девчонки, на мои ногти. Все тут у меня облез мой маникюр, и пока ничего не сделала. Вот, вот такой вот крем. Он здесь не зафольгирован, а просто вот так вот закрыта такая крышечка. И вот так вот. Крем этот мне нравится, но он более такой легкий. Вот крем Архитектор. И что еще я заказала? Это вот такая помада. Тоже была по скидке. Хорошие они отзывы. Это Рената. Ни разу не заказывала Рената помаду. Ну, помады, в общем-то, предостаточно, и у нее такая цена не бюджетная, в общем-то. Ну, а здесь была очень хорошая скидка. Ну, как же, думаю, надо заказать, потому что цвет-то такой розовый, но на деле что-то он очень яркий. Вот смотрите. Прям яркущий. Даже не знаю, вот он такой розовый-розовый, розовый насыщенный. Не знаю, как он будет на губах, пока я не пробовала его. Может быть, конечно, он не такой вот плотный, так и будет и ничего. Но я вот уже пробовала, но для вас еще покажу. Вот такой вот.
Прям розовый, розовый глубокий цвет. Аромат ванили. Аромат очень приятный. Ну, ваниль все, мне кажется, любят. Вот, ароматик очень хороший, такой приятный, ванилькой. У меня есть бальзам для губ, ваниль, по-моему, от Avon. Ой, я им на работе вот без конца просто по губам проводишь. Такой аромат, так приятно на губах. Вот, и эта помада так ложится хорошо. Вот, ну, не знаю, как она ярко будет смотреться или нет. Посмотрим. Ну, конечно, очень приятный такой тюбик. Здесь, смотрите, как рубин, что ли. Как камень драгоценный. Вот. Так, а номер-то ее 401-70. Такая помадка классная. Вот так вот, девочки, и все, что у меня осталось от этого заказа. Ну, пришел каталог уже новый. Так, здесь у меня тут бумажки. Я уже его посмотрела. Вот. Также много разных предложений. Здесь вот на странице, на последней, на обложке подарки для новичков, которые зарегистрируются, в общем, для новых покупателей. Вот такие подарки. Вот много одежды, разных скидок. Ну, как обычно, толстый такой каталог, который будет действовать с 8 марта. Вот. А вот заказик у меня такой небольшой в этот раз был. Девчонки много заказали, но так вот муж привез, я уже все оставила и уже решила не снимать. А кстати, что-то вот эти вот обзоры Faberlic смотрят меньше, чем Avon. Вот Avon как-то больше пользуется популярностью. Вот, а Faberlic, ну, что-то маловато желающих посмотреть продукцию. Вот, ну и он, конечно, уже давно на рынке. Faberlic все-таки еще такая компания молоденькая, можно сказать, по сравнению с Avon. И Avon многие любят. Faberlic еще пока не привыкли. Но много продуктов хороших мне нравится. У меня уже постоянные, как бы, постоянно заказывают на работе. Не косметику, ну, косметику тоже немного, но в основном для дома. Вот чем хороший этот Faberlic, что вот тут, здесь есть продукция для дома. Вот эти вот средства, и, по крайней мере, каждая женщина может найти себе что-то интересное. Это не реклама, я от Faberlic ничего, как говорится. Я не распространитель, я заказываю для себя, так вот, для самых таких близких, кто попросит что-то заказать. В каждом каталоге, конечно, у меня заказов нет. Ну вот к празднику тут девчонки заказывали для своих мужчин, там для себя. Вот, и поэтому так вот иногда бывают заказы побольше. Ну, а для себя я тоже нахожу что-то в каждом каталоге. Вот. Ну, ладно, девочки, сейчас заготовлю и лягу я отдыхать. И хочу показать вам нашу погоду. Ужасная погода. Вчера было плюс 2. Все таяло. Снега у нас много. И снег, главное, не растаял. В общем, он спрессовался. Такой уже такой тяжелый стал. На дорогах просто ужас. Расчищены дороги плохо. Машины буксуют. В общем, ужасно. Дороги заужены, мало того, просто сегодня еле проехали. Вот. А сегодня минус 4 и очень такой холодный ветер. Вот видите, даже вот это вот дерево, как-то оно колышется.
Вот, я вышла с работы, вообще ветер такой ледяной. Хорошо, что он мне был в спину. И как-то я это все-таки дошла. Но неприятная погода. Ну, под ногами не очень скользко. Ну, так вот. Скорее бы это все растаяло тогда, если уж весна. А так просто ужасающая такая обстановка на дорогах. Невозможная.